И теперь сопернику придется еще сложнее. Разница в счете стала больше. Отнять у него мяч не так-то просто. Де Брюйн. Надо забивать! Игра не остановлена, мяч только отбит. И все еще опасно. И спасает тот игрок свою команду от гола. Очень хорошо он подстраховал своего голкипера. Просто браво. Навес в штрафную. Но слишком близко к вратарю был мяч, и дальше его рук не пошел. Честно говоря, смотря на статистику, особо не понимаю, как соперник сможет отыграться по такой игре. Счет не в их пользу, это понятно, но и по остальным цифрам не видно предпосылок для того, чтобы они совершили камбэк. Мяч потерян. Райт. Фридолина Ролфо. Фридолина Ролфо. Паоло Мальдини. Ну, давайте начнем считать, сколько этих передач. На рекорд Абамиянг уходит в атаку. Хорошо они атаковали, но теперь остались без мяча. Мбаппе. Хороший пас в движение. И это момент! Гол! Такое преимущество еще в первом тайме. Немыслимо. Похоже, судьба матча решена. Йен Райт. Эктор Беллерин. Райт. Эктор Беллерин. Левандовский, опасно! Защита справляется с ударом. Классный отбор, молодец! Ничего не получится в этой атаке. Флажок судьи уже поднят вне игры. Неплохо было задумано, но не хватило терпения, чтобы отдать пас не в офсайд. В следующий раз нужно быть внимательнее. С хорошим преимуществом команда уходит на перерыв. Задача минимум на второй тайм сохранить этот счет, ну а задача максимум попробовать забить еще. Начинают второй тайм команды. Мяч у Liquid Football, можно идти по флангу. Очень вовремя защитник играет на вынос. Виллиан. Отлично сыграно. Может быть опасно. Виллиан. Они снова с мячом. Пас перехвачен. Это контратака. Может получиться опасно. Потерян мяч. И теперь уже стоит задуматься о том, как бы в свои ворота не пропустить. Орельен Чуамини. Абамиянг. Де Брюйн. И есть варианты тут. И этот штрафной может быть очень опасным. И игрок обороны выносит мяч прямо с линии ворот. Вратарь сейчас просто обязан его поблагодарить, потому что защитник действительно...
Здорово сыграл. Кевин Де Брюйн. Пас на Швайнштайгера. Возможно, он спас свою команду от гола. Швайнштайгер. Бей же! Каков, а? В очередной раз спасает он свою команду. Отлично сыграно. Теперь они могут начать свою атаку. Это аут. Рис Джеймс. Это Пушкаш. Есть удар. Хорошо, вратарь играет. И на дальнюю навес. Вынос Канаваро. Есть возможность быстро доставить мяч игрокам атаки. Контратака продолжается. Он заблокировал удар. Угроза миновал. Замена у нас будет. Мяч летит в центр штрафной. Все правильно, выбит мяч из штрафной. Как играет? Отличный блок. Левандовский, опасно! Роберт Левандовский забивает. Отличный гол получился, атака не прошла даром. Аканджи. Пауло Мальдини получил мяч. Не спеша перекатывает мяч на своей половине поля, выигрывающая сторона. Хорошо было бы, если бы мяч у них сейчас отняли и заставили побегать. Пошел навес в штрафную. Как же хорошо Ференц Пушкаш разобрался в ситуации. Смог забить он еще один классный гол. Клинт Демпси. И вот момент. В ворота мяч все-таки попадает. 6 голов наколотили друг другу команды. И у нас 4-2. Райт. Мяч переходит к другой команде, перехват. Не очень аккуратно сыграл в отборе сейчас футболист, но можно играть, показывает арбитр. Шикарный высокий прессинг, и мяч снова у них. Шикарный момент! Гол! Ты смотри, что они творят! Почти отыгрались. Еще один нужно. Матч продолжается. Уже забили 7 мячей. Счет 4-3. И как это закончится, сказать трудно. Швайнштайгер. Ференц Пушкаш. Можно бить. Вот это да. Отлично сыграно. Клинт Демпси. Клинт Демпси. Подает в штрафную. Хорошо, оборона тут играет. Хорошая игра в отборе, но мяч пока ничей. Спасает он команду своими действиями сейчас. Ген Райт. И может что-то из этого получиться. Каким опасным мог быть этот удар? Это мимо. Пауло Мальдини. Судья все видел и показывает, что нужно продолжать игру. Под прессингом Мануэль Аканджи сейчас. Аканджи. Лев Яшин.
Остается совсем немного времени до конца матча, и пока что хозяева уступают. Разница на табло небольшая, но это еще не конец. Разница в счете всего один мяч, а мы уже увидели очень много голов. Забегать вперед не хочу, но мне кажется, счет на табло еще далеко не окончательный. И возможны изменения как в одну, так и в другую сторону. Повреждение сказывается, тяжело ему играть. Вы представьте себе, если комментаторы будут во время матча комментировать в полголоса. Вот так, как вы сейчас играете. Это разве здорово? Один соперник отыгран, идет вперед он. Вынос Канаваро. Основное время истекает через одну минуту. Очень мало времени осталось, и это последняя возможность спасти игру. Забивать тут надо! Гол! Что творится? Кто бы мог подумать, что у них получится отыграться? Наша встреча подошла к концу. Команды так и не смогли определить сильнейшего. И те, и другие здорово смотрелись в полузащите. Что в центре поля, что на флангах. Получались интересные атаки, но и защитники не подвели. Хороший матч по многим параметрам. В следующий раз обязательно получится победить. Футбол зовет. Сегодня есть все условия для того, чтобы этот матч стал выдающимся. Комментировать игру для вас сегодня буду я, Георгий Черданцев, и мой коллега Константин Генич. Игра Division Rivals впереди. Это должен быть отличный футбол. Реал против Dragons. Кажется, мы опять работаем при полных трибунах. К хорошему быстро привыкаешь, но от такой атмосферы я точно еще долго не устану. Неплохой пас получается. И что-то может тут получиться. Судья показал на угловой, мяч покинул пределы поля. Все просто, вынос. Эшли Коул. Голкипер справляется с ударом. Подача в штрафную. И выносится мяч из штрафной. Мяч продолжает двигаться в сторону ворот. Ну вот, стоило только заговорить мне об атаке, как они потеряли мяч. 49 голов уже забито. Интересно, до полсотни сегодня дотянет? Думаю, шансы у него сегодня побить этот рекорд просто шикарные. Тем более и партнеры обещали помочь. Вилья. Саид Аль-Увайран. Передача исполнена не лучшим образом.
Мусиаля. На фланге есть свободное место. Великолепно сыграл защитник. Франк Райкард. Коул с мячом. Проходит он защитника. Джамаль Мусиала получает мяч. Он бросился под мяч. Не получается отдать мяч. Точно перехват. Эшли Коул. Это Райкард. Мяч у них на чужой половине. Не дал сопернику довести атаку до завершения. Здорово держит мяч и продвигается вперед. Пас на Рафаэля Маркеса. Блестящее спасение! Рональд Куман. Мяч штрафной, может очень опасно получиться. Эшли Коул. На дальнюю мяч идет. Штангу мяч угодил, играй! На вынос играет защитник. Очень здорово они все сделали. Секундочку, здесь можно забивать. Левандовский, бить можно. Эдерсон просто король эпизода сейчас. Не позволил он сопернику забить. Идет в штрафную мяч. Опасно как! Отличный удар с лета. Он здорово поймал мяч и классно пробил. Чуть не повезло ему в этом моменте. Франк Райкард. Увидел, кому отдать. И все-таки атака захлебывается. В этой атаке мы уже ничего интересного не увидим. Мяч ушел за пределы поля. Франк Райкард. Коул с мячом. Мусиаля. Мяч у Эшли Коула. Дрэгонс решили проверить оборону соперников. Атакует команда. Эктор Беллерин. Хорошо в отборе сыграно. Будет аут. Организовали хороший прессинг и вернули себе мяч. Саид Аль-Увайран. Хорош вратарь. Наконец-то они подобрались к чужим воротам, и у них есть сейчас возможность забить. Их болельщики гонят вперед. Роберт Левандовский. Ну ничего себе! Какой удар получился и какой гол! Потрясающее исполнение. Записывайте кандидата на лучший гол сезона. Матч возобновляется. Дрэгонс уступают в счете. Ждем от них мощный ответ. Мусиаля. Хорошо, он идет вперед. В очень подходящее время прерывается эта атака. Левандовский. Есть у него с кем сыграть в атаке. Юрген Коллер. Эктор Беллерин. Нет больше мяча у Реала. Франк Райкард.
Коул с мячом. Будет штрафной удар, судья четко разобралась в этом моменте. Мусиала в штрафной. Нет, не получается навес. Все-таки вратарь смог первым добраться до мяча. Ну что же, будем считать, команды присматривались друг к другу в первом тайме, а победителя... Продолжается наша встреча. Команды начали второй тайм. После первой половины игры впереди команда «Реал». У них минимальное преимущество. Джеймс. Рис Джеймс с мячом. Рафаэль Маркес. Классно идет вперед. Но владение переходит к сопернику. Надо продолжать. Судья показала, что можно играть. Оставляет мяч для навеса. Доннарумма справляется с ударом. Санетти, легенда Интера или сенатор, как его называли в этой команде, легенда сборной Аргентины. По завершении карьеры решил не возвращаться на родину и остался работать в системе миланского клуба. Виллиан с мячом. Зинедин Зидан. Как здорово он игру читает. Треганс переходит в наступление. Сравнивать нужно! Это было очень опасно. Если бы мяч его не задел, то залетел бы в ворота. Хорошее владение мячом он демонстрирует. И вот момент. У него хорошая реакция. Это был очень опасный удар. Перехват. Они снова с мячом. Хавьер Санетти. Пошли последние полчаса игры. Удар заблокирован. Мяч за боковую уходит. Будет аут. Двигается с мячом вперед. Пас в штрафную. Вот это да! Отлично сыграно. Мяч в аут ушел. Парашютик запустил. Неплохая попытка сделать парашютик. Вот только к месту ли она была? Но раз не реализовал, думаю, нет. Можно было бы, наверное, что-то более эффективное придумать. Рис Джеймс. Последние 15 минут проходят с явным преимуществом Dragons. Отличный контроль мяча, отличные движения. Стараются создать тот самый момент, чтобы сравнять счет. Очень опасно может быть. Вот так завершается эта атака. Судья на бровке поднимает флажок. Все хорошо было сделано. Здорово сыграно на ход. Но пусть небольшой, но офсайд все-таки был.
Мяч переходит к сопернику. Не получилось отдать точно, мяч потерян. Райт. Пятнадцать минут до конца основного времени матча. Дрэгонс теряют владение. Пас перехвачен, не получилось отдать точно. Виля. Ген Райт. Появляются свободные зоны. Самое время контратаковать. За это вполне желтую получить он может. Это предупреждение. Джамаль Мусиала получает мяч. Немного сзади есть игрок, на него идет навес. Очень надежно выбит мяч. Это может быть опасно. На последних минутах они идут вперед, чтобы сравнять счет. Высокий прессинг сейчас. Это очень удачный подкат получился. И может за такое дать желтую судья. Желтая карточка появляется в руке судьи. Здесь все по делу. Фол явно тянет на предупреждение. Мяч на дальнюю идет, но слишком близко к вратарю был мяч, и дальше его рук не пошел. Санетти, настоящий капитан, настоящий джентльмен на поле, и это не пустые слова. Свое первое удаление за Интер в Серии А он заработал лишь на 551 матче, представьте себе, невероятно. Если учесть, что Санетти был игроком оборонительным и игроком, в общем-то, достаточно жестким. Юриан. Так уходит он от защитника. Прессинг сработал, мяч выходит из игры. Джеймс. Дает главный судья свой последний свисток на сегодня, и он фиксирует победу хозяев. Очень неприятно проигрывать в таких матчах. Разница в счете минимальна, а сил-то каждая команда отдала.